Несколько песен было написано для кино. И один из фильмов называется «На коротком дыхании». И в Питере он снимался, Михаил Баркан. Мне все рассказал, про что должна быть песня, что молодой человек после армии возвращается в Питер. И там его девушка одна ждала, и у них что-то не получилось, он встретился с другой. В общем, как он рассказал, так я и все написал. Как будто в день рождения, найдя приличный повод, подарит возвращение судьба в любимый город потертого, побитого у медного коня. Узнают позабытого прохожие меня. Прежних дружб разорван круг, приду себе по лужам, и с грустью понимаю вдруг, что никому не нужен. Течет толпа по Невскому под питерским дождем, а нам прижаться некому, друг друга мы не ждем. Мы расстались, окончилась повесть, нам не просто друг друга забыть, но свобода и чистая совесть — это лучшее, что может быть. Я знаю, грусть проветрится, в залив прольется тучи, и мне с другой встретиться судьба подарит случай. Но как перед ненастьем на сердце ляжет тьма, и, может быть, на счастье нам вернешься ты сама, и задышится мокрой сиренью и черемухой в белую ночь. Это будет подобно спасению, если ты мне захочешь помочь. И что там петербургская промозглая поземка, как песня очень русская, уныла и негромко. Тепло от чувства острова, что светят нам одни Васильевского острова вечерние огни. Ах, не надо бы нам, ах, не надо так откладывать все на потом. Нам за все будет лучшие награды, если вместе мы век проживем. В кинофильм не вошла.